Всем привет, дорогие гости и подписчики канала. Мы в прошлой серии также искали пропавшие картины Леонардо. И в этой серии мы продолжим искать этой картины. И может найдем нашего друга Леонардо да Винчи. Всем приятного просмотра. Так, тут я видел неподалеку непостроенную эту, как ее, быстрое перемещение. У нас тут недостроено. Где-то вот, на мини-карте вы вот видите. Сейчас мы до нее дойдем. А потом уж пойдем на задание. Так, площадь Испании. Ой, не то. Сори. Так, не то. Ладно, у нас он где-то наверху находится. Это площадь Испании, что ли? Вот это самое? Или она наверху находится? Ну-ка, посмотрим. Бай-бай! С дороги, фига тут. Пробка. Из лошадей. Так. Куда нам? Ну, поехали здесь. Прокатимся. Может, найдем сундучки какие-нибудь? А, тут уже сундучок я взял. Хорошо. Классно. Бай-бай! Помните, здесь мы были? В самом начале игры мы здесь были с вами. В некоторых районах... Да, залезали на эту колокольню, чтобы осветить нашу первую точку синхронизации. Классно. В Риме популярной песни. Так, лошадку я, пожалуй, тут оставлю. Кое причиняет большое неудобство ряду священников. Как приятно вернуться в этот мир Италии начала 16 века. Это очень круто. Так, что там? Это я уже читал. Это вот наша, пожалуйста, колокольня. Церковь. Так, церковь. Угу. Вот. Она самая. Здесь рыцарь благородный, он ходит среди нас. Пусть угнетатель помнит о смерти каждый час. Молодец, молодец. Мне надо купить эту фиговину. Вход в туннель. Беру. Нам осталось, наверное, где-то пару штук еще купить. Сейчас посмотрим, сколько их осталось. Нет, еще три. Давайте тогда переместимся сразу поближе к заданию. Так. Да, у нас задание где-то вот тут находится. Убежище на... Да. А, нет, чуть повыше у нас. Цветущей розе. Давай сразу к цветущей розе туда. Переместимся. К нашим девчонкам. Может, зайдем к ним в гости. Пообщаемся немножко. Лицо красавчик. Классный у него костюм. Мне нравится. Так, вот. Неплохое укрытие. Вот что значит действовать внимательно. Здорово. Спячем, дай, смотри на него. Здорово. Да. Боже, мы поняли, друзья. Я ничего не понял, если честно. Классно у тебя получается, мужик, огонь пускать. Круто. Да, вот такую анимацию не в каждой игре вот увидеть можно сейчас. Классно. Цветущая роза. Так. Так, куртизанки, ну мы про них уже мы смотрели. Так. А задание... А, вот оно. Хорошо. Классно.
пообщаемся с красавицами нашими. Бонжорно. Вы не знаете, где в этом городе можно полюбоваться картинами? Ты вернулся в Рим. И у меня есть время, чтобы зайти к вам в гости. Эцио, не лги мне. Мне нужно попасть на показ картин да Винчи. Их будут показывать сегодня в замке Сант-Анджело. Тебе понадобится приглашение. К счастью, я знаю, как его добыть. Правда, на верхние этажи ты с ним не попадешь. Туда пускают только кардиналов. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Си-си. Одна из девушек проводит тебя. Буана Фортуна. И не попадись. Постараюсь, сестренка. Спасибо. Незваный гость. Миссия называется. Так, заберите все дворянина приглашение на выставку. Понятно. Так, полная синхронизация. Не дайте стражникам обнаружить трупы. Блин. Интересно. Ладно, попробую. Блин. Встреча с куртизанками. Непонятно, что за миссия такая. Приглашение на какую-то... О, черт, выставку. Эти культисты, сука. Черт. Пожалуйста, отпустите меня. Ну, пожалуйста. Быстрее, быстрее. Чертовы культисты за нами охотятся. Я совсем про них забыл. Внимание, бережливые покупатели. Недавно я выкопал у себя... Фух, я от них оторвался, ребята. Хорошо. Вот ублюдки, а. Надо быть поосторожней. Они за нами следят. Из гранатового сока и свинца. Так, кстати, сколько у меня аптечек? 6 аптечек. Маловато, я думаю. Может, еще купить. Лекарства. О, давайте еще возьмем несколько штучек. Ладно, возьму все. Так, быстродействующий яд у нас есть. Мы им редко пользуемся. Вот и все. Заходите еще. Мы можем приобретать все, что угодно. У нас денег умотаться. Так, у нас портной куплен. Сейчас у нас денег полно. Нет, не куплены. Вот, сейчас мы его возьмем тогда. С удовольствием. Ой. Лошадку вызвал. Улучшить за 1400. Считай за 1500. Цены растут. Позволь мне подобрать для тебя стильную Отлично. Одежду. Ну, потом, приятель. В следующий раз. У меня одежда хорошая, но я возьму у тебя, может, парашютов или сумки какие-нибудь. Пока я одежду менять не хочу, мужик. Так, парашюты у меня сколько? А, у меня вообще-то полные. Ну ладно, возьму еще один. Для полной коллекции, так сказать. Так, покраска одежды пока не буду. Хорошее приобретение. До свидания, сеньор. До свидания. Так, ладно, пойду пешком. Мне лошадь пока не нужна. Извини, зорка. Обойдусь пока без тебя. Так, банк у нас тоже, похоже, не купленный. Где он тут? Да, вот он. Раз мы тут, сразу же приобретем банк. Вау, 1700 вообще. Самый дорогой. Это банк. Неудивительно. Так. Интересно. Это получается 6%. Клево. Осталось 2 банка у нас и один портной. 3 входа в туннель. Неплохо. Ой.
ограбил женщину случайно, я не специально. Я не специально, не хотел, если честно, не хотел. Ну-ка, пойдемте на крышу. Вау. Кто-то. Так, это аккуратно. Надо наших ассасинов послать на задание. Пускай набираются опыта. Контракты. Так, в Москву, ну-ка. Оу, нифига такой сложный контракт. Париж. О, в Париж там даже вообще. Блин, или легкий, или сильно легкий, или слишком тяжелый. Так. Ну давайте вот это. Ну-ка, задание тяжелое. Может, наши сыны справятся с ним? Да! Наши сыны уже достаточно опытные. Хорошо, тогда идет Адель. Посылаю на это задание. Так, Орчео. Орфео. И. Кто еще? Ну да, вот этот. И наша Зита. Блондиночка. Так, приступить к заданию. Награда 700 флоринов. И дофига очков опыта. Отлично. Отлично. Так, еще надо послать убить поставщика. Так. Кто у нас этим займется? Блин. Так. Тогда... Давайте опытного. Нестор пойдет. И с Нестором пойдет... Не очень опытный. С ним ассасин, в общем. Приступить к заданию. Отлично. Так, Лиссабон. Во, украсть ценности. Прикольное задание. Так, пойдет Захария тогда. Его сопроводит какой-нибудь новичок. В этом деле. Пускай Джованни идет. Или. Да, пускай Джованни. Все. Приступайте к заданию. Украдите ценности. Разбогатеем хоть. Так, отлично. Ну-ка, проведем ассасинов. В чем у нас остались? Зено. Без задания у нас остался. И. Новички. Да. У Зена уже 8 уровень. Классно. Хорошо. Денежек еще подзаработаем. Оп. Нет, ты не слезешь, Стронцов. Так, ты лучше заткнись, мужик. Этот капюшон. Эй, капюшоне! Стоя! Так. Немножко я получился стрелять. Ну, сейчас привыкну. Быстренько. Без проблем. Надо втянуться в игру. Потому что я уже столько не играл. Уже, наверное, недельку прошла. Если не больше. Так. Оп. Оп. Отлично. Его высокопреосвященство благословил увеличение арендной платы в квартале. Ну ладно, спускаемся на парашюте. У нас не действует закон о приличии. Отлично, мягкие посадки. Совет квартала. Так, нас ждет куртизяночка. Интересно, что она нам скажет. А, она нам показывает. Ясно, ясно. Надо будет пройти через эту стражу. По стелсу, чтоб нас не видели, и украсть вот этот сундучок. Фу, ну это будет сложно. Это будет сложно. Но я мастер по таким заданиям. По стелсовым. Так, возьмем тогда давайте ножи. Или нет, давайте лучше арбалет попробую. Так, я уже на опасной территории. Так, надо будет поаккуратней. Внимание, внимание! Жители города Рима! Что он делает?
Так, один готов. Так, надеюсь. А! Тихо, 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 тихо. Он стражник снизу. Тихо. Надо его по-тихому убрать. Вот сейчас. Черт, сейчас труп, наверное, упадет. И полностью синхронизации пиздец будет. Нельзя, чтобы трупы нашли. Так. Надо вот этого снять. Чувачка. И в воду падай. Падай, падай, падай. А, почему? Он же упал в воду. Кто его увидел? Вот какого хрена? Вот кто его увидел? Блин, ты что ли его увидел? Ой, ну да. Полная синхронизация не получится. Привет, мужик. Рассказывай. Ладно, так, сейчас попробуем, может, сначала. Ага. Нет, надо начать именно вот сначала, чтобы начать фрагмент заново. Ладно, попробовать на полную синхронизацию. А то у нас уже миссия дополнительная провалена, к сожалению. Но ничего. Сейчас мы все сделаем, все будет ок. Сейчас мы быстренько доберемся до туда. Но буду как-то тогда чуть-чуть по-другому действовать тогда. Чуть-чуть. Оп. Мягкие посадки. Отлично. Так, всего сколько у нас денег получается в кармане? 107 тысяч. Целых 100 тысяч. Представляете? Это хорошие деньги. Что за паника? Что случилось? Женщина. Здесь труп? Вы что наделали, ублюдки? Получите, ублюдочные эти каких серая амбра. Это заслуженное наказание за бесчестную жизнь. О, дымовая шашка, отлично. Мне как раз дымовая шашка нужна. Так, ладно, идемте. Мост Сан-Анджело. Ну и. Ну, мост это который возле дворца Борджиа. Так, пускай наши ассасины развлекутся, что ли? Чуть-чуть. Наберутся опыта, да и мы повеселимся с вами, посмотрим на такое шоу. Вам за вашу доброту, амико. Как же наши люди с теми справляются. По башке получил. Ты хочешь продлить свою агонию? Отлично, пристрелили ублюдка. Отлично, размялись. Кстати, того ассасина новичка неплохо ранили. Ладно, все, уходим. Они уйдут к себе в убежище залечиваться. Какой сейчас час? Сома, ты ударился головой. После недавнего пожара в Барионе всем священникам приписано. Хорошо, идем туда. Туда я вот посюда и пойду туда.
не пойду на крышу, а пойду действовать снизу. Попробую. Может, снизу лучше получится. Кто знает? Кто знает? Попытка не пытка, друзья. Надеюсь. Как вы это делаете? Легко, женщина. Нужна просто тренировка. Тренировка. Так, задание уже выполнено. Оп. Так, это... Не балуй. Так. Ну, блин, как ты меня увидел? Сволочь такая. Тихо, тихо, тихо. Они сейчас труп увидят. А-а-а, блин, опять полную синхронизацию. Ну ладно, фиг с ней, с полной синхронизацией. Стражник, а вот он. Ой. Я не прицелился. Сори. Иди сюда, малыш. Отлично. Давай, подождемте. Вот он. Подошел, красавчик. И труп сейчас упадет, наверное, нет? Не падает. Хм, хорошо. Так. Так, 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 так. Вот их будет очень сложно. Их надо... Сзади обходить тех стражников. Или посылать на них ассасинов. Как вариант. Этот высокий тип, он кажется мне знакомым. Тебе кажется, мужик. Один фиг уже, стража уже снова уже заметила трупы, так что... Будем просто их всех убивать. Готов. Так. Еще один стражник наверху ходит. Так. Ну-ка, возьму-ка арбалет. Отдыхай. Так, мне надо вот этих сейчас сверху устранить. И все. У меня же есть двойной клинок. Ну вот и все. Приглашения здесь нет. Только слоновья кость. Я доставлю его сеньору. А вот и приглашение нашлось. Стой! Куда рванул-то? Эй, мужик! Надо поговорить.
Мужик, ты куда разогнался? Думаешь, я тут для смеха? Ты тут для смеха. Вот именно. Я его не для с тобой, брат! О, чёрт! Быстрее! Я нашел его! Блин, он сейчас уйдет. Твою мать. Думаю, что сначала... Есть. Так, короче, я пошел. Сия! Вы уж сами разбирайтесь как-нибудь. Так. Грострел немножко помог, но не сильно. Пожалуйста, отпустите меня. Я тут ни при чем. Мадре Санта, пора уходить. Только попробуй. Я уже попробовал. Уже сделал, друг. Пока, пишите письма. Ну ладно, полная синхронизация не получилась. А вот и наш Арлекино нашелся. Ублюдок. Сейчас мы с ним разберемся. Только надо в рукопашную. Привет! Сейчас ты умрешь. Да? Эй! Нечестно пылью кидаться. Два из пяти Арлекино. Оооо, я вас не ждал. Пока, ребята. Или давайте разомнемся, что ли? Мы уже с вами давно не сражались. Их тут не очень много. Защитил своего товарища, молодец. Давай. Красавчик. Будь здоров, Аник. Ты подожди. Это ты лучше беги, приятель. Но, я тебя жду. Получит лишний час, бартере! А ну слезай с лошади. Будь мужиком. Отлично, размялись. Так, не понял. Эцио, ты чё? Его не хочешь обыскать? Ха, в этом богом забытом краю всегда будет смерть. Так, думаю, шашки взял. Отлично, вот это мне надо было. Ну что ж, мы взяли с вами приглашение на вечеринку. Тогда идемте на саму вечеринку. Так, надо залечиться. Так, это не то. Ага. Все. Пошлите на вечеринку. У нас есть приглашение. Нас уже ждут. По-любому. Меня тут не было. Вам показалось. О, тут наши девочки. Привет! Меня ждете, красавица? Иди за мной. Когда мы попадем внутрь, я отмечу нужные картины. Доставь их в мастерскую Леонардо. Капито? Уходи! Интересно. Приглашение. Вот. Ого. Возвращайся скорее. Я надеюсь. Так, дело это аудиторы. Интересно. Найдите на выставке картины Леонардо. И незаметно пометьте их. Так, полная синхронизация. Не используйте... стрелковое оружие. Вот что.
Интересно, ладно, не буду. Стрелковое оружие. Так. Замок Сант-Анджело. Мы уже с вами читали информацию про него. Информация очень большая. Читайте на паузе, кому интересно. Так. Неужели мы на вечеринке, ребята? Сейчас посмотрим коллекцию картин. Так, здрасте. Я по приглашению. Так что можете расслабиться и наслаждаться вечеринкой. Какая броня красивая. Так. Ага. Вот какая-то картина. Что за черт? Эй! Недалеко отсюда было совершено преступление. Свидетелей нет, но... Учти, я буду следить за тобой. Проваливай, понял? Я не собираюсь портить себе день, общаясь со всяким отребьем. Понятно. Расслабься. Блин. Я все видел. Что это на тебя нашло? Я уже сбился со счета, скольких мне пришлось похоронить, в том числе таких, как ты. Не делай глупостей. Да я вообще... Нам нужно работать. Веди себя хорошо. Да я понял. Че вы, блин, толкаетесь? Нельзя подойти к картине, пиздец, мне сразу. Блин. Вот это да! Весьма необычная трактовка Благовещения. Так. Композиция страдает. Да и свет господень недостаточно ярко выражен. Меня не трогает. Ты совсем закоснел, друг мой. Ха. Прикольно. Так, вот этого стражника надо как-то... Как убрать их? Не использовать стрелковое. А у меня что, не стрелковое, у меня только... Спрятанный клинок. И все. Шашка. Попробовать кинуть шашку. Не знаю. Получится, не получится. И даже не знаю. Лучше попробовать его снять. А там нельзя это вызвать куртизаночек, может? Там дальше что у нас? Тоже галерея картин. Понятно. Красиво, красиво. Так, как мне их снять? Этих стражников. Я думаю, ядом. Скорее всего. Лучше всего ядом попробовать. Да, отравить всех. Ну-ка. Танцуй, мужик. Let's dance. Включите музыку. Мужик танцевать хочет. Душа поет, танцует. Вот так вот надо их убивать по одному ядом. Что здесь произошло?
Иди сюда, малыш. Молодец, красавчик. И все ушли, да, люди, отсюда. Сразу никому не стало интересно эта коллекция. Стрёмная коллекция, да, получается, мужики. Так. Так, так, посмотрим. Смогу ли я этого снять? Опять. А, нет. Неудивительно. Блин. Кругом столько приезжих. Какой ужас. Кто мог это сделать? Ну, полную синхронизацию я еще не прорулил же. Нет. Не использовать стрелковое оружие. Хорошо. Не знаю, особую картину надо отметить. Так, ну-ка я позову его. Эй, я слежу за тобой. Тебе показать мой меч? Он станет последним, что ты увидишь в этой жизни. Не зли меня, а то на моем ремне появится еще одна зарубка. Так, всем пофиг, да? Красота! А я сейчас смогу незаметно. Может, меня не видит стражник. Так, а как? Блин, я не могу. У нас это не та картина. Черт. Идиот! Нельзя просто делать все, что взбредет голову. Да, ты особенный. В самом деле особенный. Значит, без глупостей, да? Тупой деревенщина. Что за глупость? Просто оставьте меня. Боже милосердный! Да что с вами такое? Вот так вот. Надо с ними разбираться. Так. Вот с этим тоже надо бы разобраться. Он тут лишний. Люди, слушайте внимательно. Если вам что-то известно, немедленно выходите. Паника, паника началась. Хоть на крыше меня никто не увидит. Я тут в безопасности. Проклятие. Наверное, это южане. Готов. Принимайте еще одного. Люди мрут. Боже. Люди мрут. Что случилось? Это какая-то эпидемия. Ну я, это я, и что ты сделаешь? Ой, я пошел. Верди, не Санта, да примут тебя небеса. Что? Здесь уже гора трупов. Я хочу знать, что здесь... Что ты здесь делаешь? Может, пришел за этим? Думаешь... Мы добродушные слуги народа, которые тебя пожурят и отпустят. Ты жестоко ошибаешься. Ты все понял, да? Смотри, смотри, я понял, понял. Блин, плохо, что их двое. Блин, они везде по двое ходят. Черт,
кругом. Ну и дела здесь творятся. Пойду-ка я. Что произошло? Так, а ты здесь один? О, какой ужас. Похоже, один. Андреа! Андреа! Дурачина, куда ты пропал? Ты мне нужен! Блин, эти громилы меня бесят. Интересно, интересно, как мне подойти к картинам? Пощадите! Я ничего не сделал! Блин, как опасно. Хочу отравить стражника, как? Если они тут все рядышком ходят, у меня не получится. Твою мать. Да. Случай очень непростой. Какая ужасная судьба. Реквеска и патч. Ладно, пока туда подойду. В ту сторону. Может, там получится отметить картины. Здесь у нас только один стражник. И все. Больше никого нету. А, тут два. Сори. Даже... Ооо. Еще двое идут. Еще двое. Так. Так. Так, понятно. Сейчас я их... Донато, что все это значит? Сначала Эрколы отрезает нос. Такая уж у него привычка. Я думаю, он эти носы коллекционирует. Не испытывай мое терпение. Да что с вами такое? Стой, стой! Ты убьешь кого-нибудь? Готов, ублюдок. В него вселился дьявол. Позовите священника. Оставьте меня. Прошу вас, пощадите меня. Что происходит? Почему все так взволнованы? Люди мрут, потому что стражники. Так, что, остался последний стражник? А, нет, еще двое там ходят, которые патрулируют. Патруль. Отлично. Я тут ни при чем. Пустите. Стой, стой. Ты убьешь кого-нибудь? Совсем разум потерял. Совсем разум потерял. Отлично. Сейчас этот, если сдохнет, у нас уже будет отличный шанс подойти к картинам. Уже стражников не будет. Все уже передохли. Ха-ха-ха. Вот так-то. Так, а те даже не подходят? А нет, вот подошел. Подошли. Проверяют колодец. Там никого нету. Я тут. Отлично, они ушли. Так, и что мне делать с картинами-то? Я тут ни при чем. Блин. Чего нажимать? Клавиши не работают. Странно. Я не знаю. Надо какие-то, видать, определенные картины отметить. Пожалуйста, просто оставьте меня. Проходи, проходи.
не обращайте на меня внимания. Ты видел, что произошло? Это мои владения. И здесь ты будешь играть по правилам. Мне нравится. Бегите! Бегите! Я не хочу участвовать в этой мерзости. Просто оставьте меня. Пощадите! Я ничего не сделал. Странно. Наверное, с той стороны. Здесь уже все картины я обыскал. И я ничего не могу с ними сделать. Да, с той стороны надо все-таки. Что ты делаешь, недоумок? И мне приходится тратить свое драгоценное время на какого-то осла, который не может вести себя прилично. Теперь ты умеришь свой пыл, да? Да. А часто с ним такое творится? Мой дядя доктор. Шоу тайм. Так, всем вспомнил синхронизацию-то. Не используйте стрелковое оружие. Но я не использую. А че толку? Я не могу даже к картинам подойти. Эй, друг, похоже, ты чем-то взволнован. Ты в порядке? Он просто немножко перебрал на вечеринке. Бывает, че вы? Мужик перебрал. С кем не бывает, а? Ну и дела здесь творятся. Что за глупость? Что произошло? Стой! Стой! О, что-то произошло. Прошу вас, пощадите меня. Алин, я не знаю. Мне Эцио ничего не хочет взаимодействовать. Может, какой-то глюк? Ой. Стража идет. Осторожно, осторожно. Не-не-не-не, мы просто гуляем. Так, они ушли. Что надо делать? Блин. Ребята, хоть убейте, я не знаю. Так. Задание у нас написано... Используйте орлиное зрение. Вот, блин, я торможу. Мне нужно орлиное зрение. Я тут ни при чем. Пустите. Ага, вот теперь я вижу эту картину. Цель найдена. Так. Так, сейчас они уйдут. Пожалуйста, они ушли. Оставьте меня. Пожалуйста. Все. Кардиналы, желающие увидеть новые душеспасительные полотна, могут посетить верхние этажи. Круто. Там еще, наверное, полно картин всяких разнообразных. Так, попасть в замок. Так, картины больше никакие не отмечаются. У нас только здесь одна была единственная. И всех картин только одна. Интересно. Я думаю, мы отметим, ну, как минимум, три картины. Так, там какой-то сундучок. Где он находится? Видать, мы, наверное, его сейчас не сможем достать. Там решетки наверху стоят. Наверное, мы не сможем, скорее всего. Так. Подожди, а куда мне? А, наверное, дальше, да?
А, вот вход в замок. Так, отлично. Welcome. Здрасте. Прошу прощения. Никакого интересного разговора не будет. Жаль. Ты обычно в толпе стоишь с людьми, и они что-нибудь договорят. И это очень интересно послушать такие разговоры. Так, не наверх. Понятно. Good. Так, там наверняка стражник какой-нибудь. Так, громила. Здесь только громила, да, нас? У нас... так. Следующее задание не использует, наверное, стрелковое оружие. Ну-ка. Да. Стрелковое нельзя. И ассасинов нельзя. Плохо. Потанцуй, мужик. Так. Так, может, сейчас кто-то его увидит. Надо лучше спрятаться. Лучше спрячься. Прилег парень отдохнуть. Правильно. Чё это работа? Так, чё, никого нету? Хм, клёво. Никого нету. Дымовые шашки, отлично. То, что мне надо было. Сейчас, видать, мы еще должны одну картину найти. На верхних этажах замка. Тихо, тихо, тихо. Мужик, ты встанешь где-нибудь? Ага, красавчик. Потанцуй. Не толкайся. Толкается. Так. Здесь тоже никого нету, отлично. Так, а вот здесь по-любому кто-то есть. Ох, чуть я не это, не влип. О, что-то FPS даже просело немножко. А, так мне можно тут находиться, что ли? Он даже мне ничего не сказал. Прикольно. Если мне можно здесь находиться. Хм. Че, он так будет стоять? Тихо, не паникуй. Нет, все-таки нельзя. Мне повезло, что он меня не заметил. Очень повезло. Так, это, не тормози. Вот мы сюда и вернулись. Помните это место? Я помню. Здесь я тоже не смог пройти миссию, помню, на полную синхронизацию.
Нужно было по стелсу, а меня тут в конце последний стражник, как обидно, засек. Последний стражник. Вообще обидно. Я убью всех нарушителей. Пускай я потанцую тут с копьем. Круто. Давай. Класс. Так, ну-ка, залезаем на книжки, я помню, надо будет. Ага. Так, блин, надо, чтобы он меня как-то не засек. А картина оттуда была внизу. Хорошо. Сейчас мне это вот уберу, ублюдка, чтобы он мне не мешался. И все будет отлично. Красота! Ю-ху! Да, вот она, эта картина. Одна опять. Очень большая. Отметили. Выбраться из замка. Так. Как я выберусь? Через верх у меня получится? Наверное, вряд ли. Оу! Стражники сюда пришли, офигеть! Я не ожидал. Хорошо. Так. Так, выбраться из замка. Так, я постараюсь. Оп. Вон с той стороны где-то сундучок. Я долечу до той башни? Не знаю. Ребята, попробую. Эх! Классно получилось. Тогда у меня есть шанс. Две картины пропали! Ищите вора! Вот он, сундучок. Отлично, я его нашел. Ищите, ищите. Куплю пиво, если получится. Серая амбра. 1600 флоринов. Ничего себе, у меня уже 110 баксов в кармане. Так, эта зона недоступна. Фигово, что мы здесь... Отсюда вот мы не можем выбраться. Почему? Вот почему? Мне бы просто спрыгнуть с этого замка и свалить отсюда. Недоступно. Вот странно. Ну ладно, будем убегать через главные ворота. А что делать? Игра этого требует. Тебе нечего? Я его где... Хватит! Сдохни, наконец! Я не использовал стрелковое оружие. Круто. Полная синхронизация хоть здесь будет. Так, выход у нас... С той стороны. Должна быть опасной. Она должна быть красавицей. Привет. Я его где-то видел. Да не видел ты. Остановите его. О, блин, чё вы привязались ко мне? Всё, я ухожу от вас. Вы меня обидели. Никакого гостеприимства.
Блин. Ворота закрыты, друзья. Пора навестить брата. Черт. Я с тобой, брат. Ворота закрыты. Ну-ка, тогда. Я пойду по лестнице. Спасибо. Вы очень дружелюбны. Ты видел, куда он ушел? Он там! Взять его! Этот... Вперед! Ой, эта зона тоже недоступна. А, вот и черт, я его упустил! Вот за ним! И здесь тоже недоступно. Я нашел его! Ладно, все, я сваливаю, короче. Пошли в жопу. С таким гостеприимством. Я ухожу. Новые две картины Леонардо. Классно. Ну что ж, разберемся с картинами. С картинами для начала, ребята. Найдем нашего друга. Ой, Леонардо да Винчи, а потом уж будем разбираться с Борджиа. Он пьян? Ну, по сути, по игре вот так вот должно быть. По сути. Так, интересно. Так. Ага, ладно. Где у нас миссия находится? Ага, все, понял. Там же, где она и началась. В мастерской Леонардо. Ну, погнали. Не знаю, из какого сумасшедшего. Сейчас я помню, по миссии надо будет нам какую-то загадку разгадать. Там шифр разгадать или ну, что-то такое, пазл сложить какой-то. Попробуем. Мне это интересно будет. А, опять мужик с огнем. Красавчик. Люблю огонь. Пантеон. А что, мы здесь глаз не брали с вами? Ой. Не помню, может мы с вами так и глаз и не взяли. Но это не самое главное. Так, сейчас мы идем, ладно. Вернусь попозже. Сейчас мы идем на миссию. Самое главное сейчас мне разгадать эту загадку. Найти местонахождение нашего друга Леонардо. Угу, мы пришли, отлично. Так, вниз, наверное, вниз надо. Или погоди. А, да, вот сюда. Оп. Все. Ну-ну, какие милые облегающие штанишки. Спасибо. Нашел что-нибудь? Здесь ничего нет, ни страниц, ничего. Не может быть. В этих картинах должно быть что-то особенное. Думай. Да. Я уже думал. Ничего в этих картинах нет. Салай, разве Леонардо не прячет свои записи? Он часто пишет задом наперед. И, кроме того, он экспериментировал с исчезающими чернилами. Но ведь невидимые чернила не увидеть.
Да? Эцио, используй свой дар. Ты о нем знаешь? Леонардо все рассказал про нас. Вот какой хитрюга. Код да Винчи, интересно. Соберите воедино скрытый рисунок Леонардо и обнаружите вход в катакомбы, где находится Пифагорский храм. Во. Найдите катакомбы за 5 минут. А, ну это понятно. Загадку найти. За 5 минут. Ух, я попробую, ребята, не гарантирую, я попробую. Так. Так, так, постараюсь. Так. На этой картине рисунки. Да. Мы были правы. Какие-то должны быть рисунки здесь. Да. Так. Ясно, идем. Вот, что-то было. Я нашел еще один. Так, еще один, да, получается? Ага. Ой, это я уже разгадал, да? Угу. Эту я полностью осмотрел. Так, следующее у нас вот это, давайте. Не будем медлить. Так. Есть. Отлично. Вижу, с этой ты уже закончил. Да. Какая следующая? Давай, бегом. Так, вот, вижу. Я вижу рисунок. Что? Что ты видишь, отцу? Я за тебя рад. Так. Ну-ка. Все найдено. Так, чушить. А, все понял. Next. Следующая картина у нас. Блин. Не вижу. Ага. Один есть. Нашел. Так, где еще? Блин, ребята, подскажите, где еще один символ? Он явно где-то тут. Ага, все, нашел. Я нашел два рисунка. Долго. Эта картина, я проводился. Так, еще картину. Да где? Вижу. Вот она, большая. Последняя. Так. Здесь один рисунок. Нет, здесь точно не один. Еще должен быть. Как минимум еще один. Как минимум. Так, на дереве нету. Где-то вот тут. Ага. Здесь тоже было два рисунка. О, все. Я нашел все рисунки, и кажется, они образуют единое целое. Ну так нарисуй. Принеси мне бумагу и чернила. Так нарисуй. Какие проблемы? Легко. А вот и карта. Это карта? Покажи мне, где вход. Нужно расставить фрагменты по местам. Постой. А как же сгоревшие картины? Скорее всего, пропавшие фрагменты нам не понадобятся. Хочешь, поспорим? Нет. Ну что ж, ребята, будем составлять пазл. Так. Так, это сюда. Так, поворачивать как? Вращать. Ага. Понял. Так. Это куда-то вот сюда пока. Так.
Нет, это не здесь явно. Так. Вот здесь, да. Так, все правильно. Вот так вот. Так. Этот, наверное, думаю, вот сюда пойдет. Так, короче, надо вначале все углы составить картой. А, вот это, ой, это наверх. Как-то так, ну, примерно я пока составляю, ребята. Так. А, получается, подождите. Это получается вот этот фрагмент, да, его убрать отсюда, а вот этот поставить, он будет дома. Нет, блин, ребята, что-то у меня не получается. Нет, на полную синхронизацию я точно, наверное, не успею. Ну да ладно, так, бог с ней. Так. Это я пока сюда поставлю. Вот мне нужно разобраться. Так, это пока сюда. Нет, сюда. Это на угол. Сюда. Так, и вот здесь вот от угла уже начнем туда вот составлять. Вот оно. Положение получается. Ой. Это будет у нас посередине тогда. Так, крайний у нас вот получается. Так, ребята, мне осталось тут чуть-чуть. Похоже, я уже все разгадал, этот секрет. Все. Слава тебе, Господи. Вот, вход в катакомбы. Иди, приведи его ко мне. Держись, дружище, я иду. Обязательно доставлю его в целости и сохранности нашего друга Леонардо да Винчи. Фух, мы это сделали. Так, где нас будет ждать следующее задание? Интересно, посмотрим на карту. Так, вот оно, недалеко. Отлично. Ну что ж, друзья, мы это сделали. Отлично. Блин. И продолжим уже тогда в следующей серии. В следующей серии мы спасем нашего друга. Всем спасибо, кто заглянул на мой канал. Надеюсь, всем понравилось это видео. Подписываемся на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи. Всем пока-пока.